أشهد أن لا Хвала Аллаху, и вся хвала принадлежит Ему лишь одному. Прекрасен Он. Прекрасны Его имена, прекрасны Его качества и атрибуты. Хвала Аллаху, Субханаху ва Та'аля, который не родил и не был рожден. Хвала Аллаху, Субханаху ва Та'аля, единому Творцу, у которого нету ни сына, ни супруги, ни дочери. Хвала Аллаху, Субханаху ва Та'аля. Уважаемые братья и сестры, сегодня хотелось бы поговорить о такой важной теме, как Та'джилюль-Ибада. Это торопливость, поспешность и неотложность в совершении обязательств, которые Аллах Та'аля наложил на людей. Что означает эта важная очень тема? Означает она вот что. Что Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'аля обязал нам определенное поклонение. Например, возьмем намаз. Например, хадж. Например, пост, месяц Рамадан. И Аллах Субханаху Ва Та'аля для каждого поклонения сделал, ограничил определенное время. Если ты не успел сделать это поклонение в этом промежутке времени, и у тебя нету на этого никаких оснований, просто сам не совершил, это поклонение уже не принимается. Единственное, что если человек не успел в этом промежутке, который Аллах Та'аля обозначил, если только по причине болезни или по причине другой причины человек не успел совершить это поклонение, да, он потом это совершает в другое поклонение, в другое время, что называется каба, восполнение определенного ибадата. Милость Аллаха Субхана ва Та'аля, что он это время обозначил, и оно намного больше, чем время для совершения этого поклонения. Допустим, у нас утренний намаз. Чтобы совершить 2 раката намаза, хватает 5 минут. Аллах Та'аля для совершения этих 5 минут почти дал 1,5 часа. Это с рассвета до захода солнца, если мы возьмем час или больше, или меньше. Вот в этот промежуток времени верующий человек должен совершить это поклонение. Если он совершит в начале времени, он принимается. Если совершит в середине, также принимается. Если совершит в конце времени, пока время не вышло, это тоже принимается. Но Аллах Субхану Аталя сделал отдельную степень, возвеличил и отдельную награду для тех людей, которые поклонение совершают в самое начальное время, в самое первое время. Есть поклонение, которое Аллах Та'аля обозначил, и у них время только это. Если ты не успел совершить, то ты уже не сможешь его совершить. Как, например, пост, как, например, хадж. Это определенные дни. Месяц Рамадан 30 дней или 29 дней. И мы должны поститься 30 или 29 дней. Человек не может сказать, я сегодня поститься не буду, потом время будет, попощусь. Нет. Для этого времени ибадата Аллах Та'аля определил определенное время, но это время хватает только для того, чтобы совершить этот ибадат. А те поклонения, которые хватает совершить в начале, в середине или в конце, вот про это именно речь идет, что все они принимаются, но Аллах Субхану Ата'аля возвысил степень людей, верующих тех, которые совершают это поклонение в начале времени, хотя они могут его совершить в середине, хотя они могут его оставить в конце, но они совершают это в начале. Сказал имам Шафии, рахимахуллах, объясняя слова Всевышнего Аллаха Та'аля в суре Таха, 84 аяте, Муса, алейхиссалям, говорит Аллах Субхану Ата'аля, «Ва'аджильту илейка Робби литарда». «О Аллах, я спешу с деяниями, спешу к Тебе, о мой Господь, чтобы Ты был мной доволен». «Литарда». «Я спешу к Тебе, Аллах Субхану Ата'аля, чтобы получить Твое довольство». В этом имам Шафии, рахимуллах, говорит о важности, говорит, это пророк Муса, алейхиссалям, понимал и знал, что причиной довольства Аллаха Субхану ва Та'аля, и это ученые вывели из этого аята, такой вывод, что причина довольства Аллаха заключается в том, чтобы совершать гайбадат в начале времени. В начале того времени. И человек, даже если он может его совершить в середине времени, в начале, в конце времени, должен понимать, что торопливость и поспешность и неотложность совершения гайбадата в начале времени дает ему отличительную черту от тех людей, которые оставляют это время на потом.
последний промежуток времени. Сказал Ибн Кайм рахимулла в книге «Мадариджи Салекин», я слышал, что шейх Ислам Ибн Тамия рахимулла сказал: «Рида Раб Субханаху филь аджаляти иля авамирихи». Довольство Аллаха Субхану ва Тааля лежит в том, чтобы совершать, показывать торопливость свою, поспешность, неотложность в совершении того, что Аллах Тааля приказал совершить. В совершении того, что приказал совершить. Например, намаз. В начале времени мы этот пример приводили. Для этого отдельно Аллах Субхану ва Тааля дал великую награду для тех, которые совершают намаз в начале времени. В свое время, но в начале времени. Например, также мы должны поспешность возмещения поста. Если кто-то в месяц Рамадан не постился по причине болезни или по каким-то другим причинам, по причине того, что он был в пути, сейчас как раз-таки вот эта тема касается его. Не оставляй это на другое время. Много миллионов людей, где бы мы сейчас ни находились, и на востоке, и на западе земли, все готовятся, многие люди, миллионы людей готовятся совершить хадж, ответив призыв на призыв Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также хадж является одним из видов гайбадата, которые Аллах Тааля время сделал широкое. В жизни один раз мы должны совершить. Если Аллах Тааля предписал тебе жить 60 лет или 80 лет, совершенство ты достиг, допустим, 15-16 лет совершеннолетия. Вот от этого времени до 80 лет Аллах Тааля тебе предоставил, потому что Аллах Тааля обязал хадж один раз в жизни. Сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хадисы, которые приводит имам Ахмад в своем сборнике, шейх Албани, рахимулла, считал этот хадис хорошим, достоверным. Посланник Аллаха сказал: «Тааджалю иляль хадж», «Спешите совершить хадж». Спешите совершить эту обязанность, которую Аллах Тааля возложил вам всего лишь один раз в жизни. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرِضُ لَهُ. Потому что никто из вас не знает, что с ним случится на следующий год. Не факт, что он будет жить. Если он будет жить, не факт, что он будет здоровым. Физическая возможность будет. И если вдруг он будет живой, и физическая возможность ему будет предоставлена, но не факт, что у него будет финансовая возможность. Поэтому этот приказ посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям, относится к тем, у кого есть финансовая и физическая возможность. Посланник Аллаха говорит: быстрее совершите хадж, потому что вы не знаете, что с вами будет и что вас ждет в будущем году. Говорит Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сура Аль-Имран, 97-м аяте. «Валиллахи аля наси хиджуль байти мани статаа илейхи сабиля». وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. И лежит обязанность на людей, говорит Аллах Субхану Тааля, перед Аллахом Субхану Ва Тааля, совершение хаджа в Мекку, совершение в хаджа к дому Аллаха Субхану Ва Тааля, который находится в Мекке. Это единственное место, еще раз я напоминаю, куда можно совершать хадж, паломничество. К сожалению, у нас сегодня предлагают совершить хадж в Башкирии, или в Татарии, или в Казахстан, или еще что-то. Все это называется ересью, это называется заблуждением. Единственное место для паломничества, которое определил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, это только священная Мекка и мечеть Аль-Маджид-Аль-Харам, Кааба. Больше никуда ездить для паломничества нельзя. Это является ширком многобожьим. Это выводит человека из ислама, может вывести, если он едет в святые места, святые могилы, святые там мавзолеи, для того, чтобы совершить паломничество. Это является одним из самых тяжелых грехов в исламе, одним из самых больших грехов в исламе. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я обязал хадж людям только в Мекку», говорит. Шайтан людей заблуждает, приукрашивает им, отворачивает сердца их от Мекки. И человек успокаивает: совершил хадж в Татарстан? Он говорит: я уже хаджи был. В каком хаджи был? Ты ходил к паломничеству к шайтану, не к Аллаху Субхану ва Тааля ходил. Поклонялся ты там шайтану, не Аллаху Субхану ва Тааля. Это как было во время Абраха, который решил отклонить людей, ихнее сердце от Каабы, и построил Каабу такую же, из золота построил. В Мекке Кааба была каменная, старая была.
Он, чтобы людей отвратить от Каабы, отвернуть их сердца, построил Каабу из золота в Йемене. Один из бедуинов пришел и справил там нужду, большую свою нужду справил, потому что Аллах Субхану Аталя показывает, какие места мы должны возвеличивать, а какие места недостойны того, чтобы возвеличивать. «Валиллахи аля наси хидж». И Аллах Таля возложил обязанность для каждого из нас совершить хадж «манистатаа илейхи сабиля». У кого есть возможность. Аллах Таля не возложил для бедных, Аллах Таля не возложил для неимущих, чтобы они залезли в долги, чтобы они взяли, своровали деньги, чтобы на эти деньги в хадж. Нет, Аллах Таля этого не хочет. Если человек не может, он не едет, и Аллах Таля его прощает за это. И также больные люди. Больной человек может быть двух видов. Больной не может передвигаться, инвалид, но у него есть физическая возможность. Если же все-таки не предоставляется ему ехать самому, он должен кого-то отправить за место себя в хадж. Человек это должен быть, который уже сам за себя хадж совершил, он оплачивает ему дорогу в хадж и говорит: совершишь за меня хадж. Это тоже с его ответственности спадает. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. А тот же, кто отвернется, тот же, кто станет неверующим, тот же, кто откажется совершить хадж в Мекку, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Аллах Та'аля богат от миров. Аллах Та'аля не нуждается в нашем хадже. Аллах Та'аля не нуждается в том, чтобы мы ехали туда. Мы сами в этом нуждаемся. И Аллах Та'аля говорит: тот же, кто отвернется от этого приказа, Аллах Та'аля богатый, Аллах Та'аля достохвальный. Также в сборнике имама Муслима, рахимахуллах, от Аби Хурайра, радиаллаху анху, говорит: однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, проводил среди нас проповедь и сказал: «Айюхан нас, о люди, поистине Аллах Та'аля, кад фарадаллаху алейкумуль хаджа, фахаджу». Поистине Аллах Та'аля обязал вам совершить хадж, так совершите же его. И один из подвижников стал: о посланник Аллаха, и сказал: каждый год ли нам совершать хадж? Каждый год? Посланник Аллаха замолчал. Этот человек три раза переспросил посланник Аллаха: акуля амин я расулюллах, каждый год ты нас обязываешь, каждый год ли нам совершать хадж? На третий раз, когда он спросил, посланник Аллаха сказал: ля укульту нам ля ваджабат, если бы я сказал да, то оно бы стало обязательным каждый год, говорит. И вы бы не смогли. Поэтому это тоже хадис является доказательством, что хадж является обязательным лишь один раз в жизни человека. Если человек совершил один раз хадж, он может совершить и второй раз, и третий раз. Это уже как он хочет. Но один раз он должен его обязательно совершить. Ан Умар, ради Аллаху анху, приводятся слова от Умара, ради Аллаху анху, известного сподвижника, праведного халифа, который сказал: «Ман атака фалям яхудж». Тот, кому Аллах Таля предоставил возможность для хаджа, а он не совершил его, если хочет, пускай умирает христианином, если хочет, пускай умирает иудеем, говорит. Ему нету доли в исламе. Ибн Касир, рахималлах, сказал, это слова Умар ибн Хаттаб достоверные. Ибн Кафир, историк, сказал эти слова, Ибн Умар действительно сказал. Это его слова достоверны. Но, как известно, такие люди, как Умар ибн Хаттаб и другие сподвижники, тем более это праведные предшественники, что они говорят, является сунной. «Алейкум бис суннати, ва суннати хуляфа и рашидин», посланник Аллах сказал. «Держитесь моей сунны и сунны моих халифов». Известно, Умар ибн Хаттаб является вторым халифом. Поэтому вот слова ибн Умар, Умар ради Аллаху, также, конечно, имеют силу. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводит имам Тирмизи и имам Насаи, шейх Албани, рахимуллах, подтвердил достоверность этого хадиса, сказал: «Аль-хаджуль мабрур, принятый хадж, нету у него другой награды, кроме как рая». «Лейса лиль хаджиль мабрур савабун илля лджанна». Нету для принятого хаджа Аллаха субхану тааля другой награды, кроме как рая. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который приводит имам Муслим в своем сборнике, сказал: «Анна лхаджа яхдиму ма кана кабляху», что хадж уничтожает, стирает все грехи, которые были совершены до человека,
в его жизни до хаджа. Сколько бы он ни совершал, Аллах Субхану Тааля прощает. Также слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который приводит имам Бухари, имам Муслим в своих сборниках. Тот, кто совершил хадж и сделал его правильно, с его условиями, «Валям яфсук, фалям ярфут, валям яфсук», и проявил благочестие, не совершил греха, «Раджаа каяуми валядатху умму», возвращается, как в день его родила мать. То есть таким же безгрешным, как ребенок, возвращается человек с хаджа. Прошу Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он возвысил степень хаджа в наших сердцах. Когда Ибрахим алейхиссалям построил Каабу, Аллах Тааля приказал ему возвестить, призвать людей к хаджу. Ибрахим алейхиссалям сказал: «О Аллах, кто же меня услышит тут в пустыне?» Тогда Аллах Тааля приказал ему: «Ты возвести, ва алейналь баляг, мы же доведем», говорит. И Аллах Субхану ва Тааля не только довел до людей обязанность хаджа, Аллах Субхану ва Тааля вложил в сердца людей любовь к этому. И в моей практике, и в любых практиках любого мусульманина, что люди, которые ехали в хадж на свои последние деньги, по приезду они начинают копить еще раз. Они не год копят, не два, они копят по 5, по 10 лет. Копил 10 лет человек деньги, съездил в хадж со сложностями, он приезжает и говорит: с сегодняшнего дня я начинаю копить еще раз деньги. Аллах Тааля вложил в сердце любовь. Человек, который там был, никогда не сожалеет. Человек, который приехал оттуда, сердце у него стремится туда, и это подтвердят, кто там был. Это не просто, это Аллах Субхану Тааля, хозяин наших сердец. Однажды к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также я хочу напомнить эту историю. Пришел один сподвижник, который хотел принять ислам. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хорошо, принимай ислам». Но сподвижник сказал: «О посланник Аллаха, я приму ислам с одним условием, что ты мне разрешишь прелюбодеяние совершать после ислама. То есть я вот совершаю сейчас, живу, я могу все грехи оставить, но только зина я не могу оставить». Некоторые сподвижники как просят пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, разрешить ему один из самых тяжких грехов в исламе. Некоторые сказали: «Посланник Аллаха, мы вытащим его из мечети сейчас. Как он посмел к тебе с такими словами обратиться?» Но посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, мягкий, кроткий, спросил его по имени: «О сподвижник, будешь ли ты доволен, если этим делом будет заниматься твоя мама, которым ты просишь разрешения?» Он сказал: «Нет, никогда. Ля валла, нет, клянусь Аллахом, я не позволю этой моей матери этим делом совершать. Хотел бы ты, говорит, чтобы кто-то чужой совершил зина с твоей женой или с твоей сестрой или с твоей дочерью? Нет, это не... А как ты, говорит, хочешь, чтобы ты чужих женщин зина делать? Разве это можно?» Это та же в тему того, что человек должен стремиться оставлять грехи. Оставлять грехи также поспешность должна быть. Сегодня многие люди страдают алкоголизмом. Не может. Человек стал рабом. Рабом водки стал. Или рабом вина. Или рабом пива. Это человек раб. Он не может с собой ничего поделать. Возвращаемся к этому хадису. Посланник Аллаха сказал ему: «Хочешь ли, чтобы твоя мать этим совершалась? Хочешь ли ты, чтобы твои дети?» Поэтому этому человеку говорим: «Хочешь ли ты, чтобы после твоей смерти твой сын так же пил, как и ты? Хочешь ли ты, чтобы после твоей смерти твои внуки пили так же, как и ты?» Аллах Тааля это сделал природностью. Аллах Тааля это сделал законом. Если ты пьешь, будут пить и твои дети. Если ты зина делаешь, будут зина делать и твои дети. Если ты воруешь, будут воровать и твои дети. И не только на детях, на твоих правнуках, внуках, правнуках, и это пойдет дальше и дальше. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, что Он нам открыл сердце исламом. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, что до нас доводят слова Аллаха Субхану ва Тааля. Ислам сделал нас счастливыми в этой жизни. Ислам сделал нас спокойными. Ислам сделал нас рассудительными в этой жизни.
Это великая милость, которую Аллах Тааля нам дал. До многих людей это не дошло. Неужели ты для того, чтобы свой нафс не можешь удержать, твой грех передается и твоим детям? Это природность Аллаха, это закон Аллаха. И также наоборот, твоя богобоязненность, твоя хорошая жизнь, достойная жизнь в этой жизни переходит твоим детям. Пьешь водку, знай, будет пить твой сын, так же, как и ты. Ты говоришь, нет, мой сын, чтобы не пил, он будет пить. Потому что Аллах тебе говорит так. Будешь пить ты, будешь пить твой сын. Будешь пить ты, будет пить твой сын. Будешь пить ты, будет пить твоя дочь. И на всем вашем родстве будет это проклятие Аллаха, субхану ва тааля. Выбирай. Никто тебе не может запретить. Аллах тааля тебе дал разум. Аллах тааля тебе дал знания. Аллах тааля тебя довел до тебя ислам. Аллах тааля привел тебя в мечеть, чтобы ты увидел этих людей. Поэтому решать тебе с этого дня самому. У кого есть родственники, у кого есть братья, кто этим делом, объясняйте, что они губят не только свою жизнь, они губят жизнь будущего своего поколения. Они ставят крест на своей родословной. Аллах, субхану ва тааля, это приказ Аллаха, это закон Аллаха.